Я очень жду этот конкурс и буду рад слышать новые голоса, открыть для себя новые таланты. Сегодня Бишкек вновь центр музыки, центр романса, центр радости здесь, во всей Центральной Азии. Я чувствую небольшое волнение на самом деле, но я очень надеюсь, то, что я смогу хорошо выступить. Учитель есть у нас, декан в консерватории. Он предлагал, чтобы мы спели под конкурс романс. И я согласился. Да, сложно очень. Даже со своим инструментом этот аккомпанировать, это очень даже сложно было. Думаю, у меня этот был хороший опыт. Постой, красавица моя, дозволь.